Сообщение о взрывном устройстве в административном здании по адресу Коммунаров 39 поступило на пульт УЧС Темиртау в 3 часа дня. На место предполагаемого теракта выехали все службы экстренного реагирования, в том числе полиция, скорая и КНБ. Всех находившихся в здании, среди которых около 15 детей из частного детского сада, в срочном порядке эвакуировали, а территорию оцепили. Для поиска бомбы из Караганды вызвали саперов. На место было вызвано спецподразделение «Орлан ДВД», саперная группа. После проверки не было обнаружено взрывного устройства. После нескольких часов безуспешных поисков полицейские сняли оцепление и разрешили персоналу и посетителям вернуться в здание. Сейчас стражи порядка ведут поиски лжетеррориста, сообщившего о взрывном устройстве. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Проводим досудебное расследование. В настоящий момент сотрудникам криминальной полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление и на причастность подозреваемых. Вообще, да, по данной статье предусматривается уголовное наказание до 6 лет, наказания, то есть лишение свободы. Это далеко не первый случай в Темиртау, когда неизвестные сообщают о ложной бомбе. Так, только в прошлом году ЧСники 4 раза выезжали на подобные вызовы. Впоследствии всех шутников удалось задержать и осудить по 273 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Искандер Байкенов, Сергей Баданин, новости Темиртау.